Вот пример. Вы видите кадры самой первой съемки Игоря в программе «Шире круг». Он здесь снимается без музыканта. Он был человеком восторженным и обязательным одновременно. Никогда он не забывал сказать что-то хорошее о своих музыкантах. Он искренне любил их и заботился о них. Они его предавали. И сейчас вы видите, как Тальков работает один. Работает один, потому что музыканты, что-то не поделив, отказались сниматься. Но он пришел на съемку. Пришел потому, что он был человеком слова и настоящим профессионалом. Память уже не жарит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Шепчет мне легко и просто, что ты придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма, где есть он и она.
начался сегодня рано. Летний дождь моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Летний дождь шепчет мне легко и просто, что придешь, но будет поздно. Несвоевременность, вечная драма. Память уже не жалит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути. Приходишь, чтобы проститься и снова уйти. Лети! Yeah.